Всем привет! С вами Бартоломео, со мной вместе Дэчима. Дэч, привет! Привет! Сегодня мы решили заняться новой рубрикой на наших серверах, так называемым «Приват-патруль». То есть мы с Дэчем будем одеваться в каких-нибудь милиционеров. Дэч, можешь подготовить какие-нибудь шмотки, каски, дубинки какие-нибудь. И будем бегать по разным нашим серверам, подчищать говнецо за игроками. То есть мы будем удалять всякие разные столбы, будем ломать приваты, которые плохие, да? Будем удалять старые приваты. Давай вот, у нас как в правилах написано, если игрок не заходил на сервер, сколько там... месяцев. Вообще там написано месяц, но я бы, например, сделал поблажку, там, например, 2 или 3 месяца. 2-3 месяца, да, все хорошо. Если игрок не заходил, и все участники привата не заходили на сервер 3 месяца, 2 месяца, давай так, 2 месяца, то мы, о, ты капитан, капрал сносчик привата. Сейчас я для тебя тоже найду. Так, я сейчас настрою себе, например, привата отображение. Так, у нас вот так вот. Тебе какой цвет больше нравится? Синий, фиолетовый какой, зеленый? Да, фиолетовый. У меня лично стоит фиолетово-розовый такой, знаешь. О, вдруг у нас одинаковый, потом посмотришь в видео. Все, приваты я настроил, чтобы мы видели. И теперь мне нужно настроить кнопочку волшебную. Так, я ее сейчас проверю. Ты пока там шмоточки готовишь. Оп, смотрим. Угу. Поиск регионов. Найден регион спаун. Владелец Дэчима. Он онлайн. Все, спаун мы не сносим. Сейчас мы отправимся. Мы находимся на сервере Техномагик. Техномагик на нашем проекте Бореалис. И будем сейчас... А, я короче, солдат. Ты мне говоришь, какой приват сносить, а я буду слэш-ванты. Солдат, я не понял, почему этот приват не снесет? Так, и штаны, да? Ой, а почему штаны одеваются на ноги? Ну ладно, штаны на ноги. Пойдем. Давай напишем day, чтобы нам все было видно. Включим приваты и начнем путешествие наше. Так, смотри. Я вижу первый приват. Двигаюсь к нему. Так, смотри. Ох, ни черта себе, смотри, сколько приватов тут, Дэч, вокруг, ты представляешь? Да, тут очень. Так, смотри, вижу первый приват. Нажимаю волшебную кнопку. 3 месяца, 28 дней человек отсутствовал. Так, давай. RG, select, set 0. Приват удален. Так, давай, ты удаляешь название привата, а я, короче, заново заделываю все. Идет? Да, может, я заделываю, а ты удаляешь. Не-не-не-не, ты удаляешь. Так, и с этим все, каким айдишником? Давай двоечкой. Оп, трава. А, там много травы под ним будет, немножко сейчас будет подлагивать, пока вот эта вот трава будет все убираться. Привата больше этого не существует. Все, привата больше нет, вы можете прилететь и занять эту территорию. Она, кстати, находится рядом со спауном. Так, да, вижу следующий приват. Смотри, тут уже интереснее. Тут елка какая-то. Я тебя потерял. Подожди, смотри. Тут елка. Я тебя могу забрать. Я сдаю чумы. Прям напротив. Нажимаю волшебную кнопку. 8! Ты представляешь? 8 месяцев человек не заходил. 8! Знаешь, что более страшное? То, что сервер 8 месяцев не вайпался. Почему мы не вайпаем сервера по 8 месяцев, Дэйч? Ой, рандомный шарт у меня. Так, RG, select, set 0. БАМ! Очуметь! Ты видел, сколько ресурсов? Ну, я не все сгорели. Ты видел, сколько их было? Ты видел? Ой-ой-ой-ой, представляешь, как человеку жалко? Ну сам виноват, 8 месяцев, 8 целых месяцев, представляешь, не заходить на сервер. 8. А еще раз могу повторить. Так, сет... У меня тут казус случился, у меня на цифру 7 выключается запись видео, поэтому я вот засетил бедрок с айдишником 7 и все пропало. Дэчма! Так, земля 3. Я лечу до самого верха. Тут, кстати, смотри, стена из бедрока. Наверное, это от спауна, да? Да, это от спауна. Так. Так, смотри, вот сюда. И все с этим землей, правильно? Двоечки. Сет 3. Вот так. А она потом зарастет. Не, ну да. Давай сразу вот этот соседний еще посмотрим. О, соседний приват. Смотри, какой красивый. Опа. Смотрим, 8 месяцев, 8 месяцев, 8 месяцев. Слушай, этот человек тоже давно не играл. Это рекорд. RG Select. RG Select. Я вот боюсь, что меня как-нибудь крашнет, если я слишком большой приват буду удалять. А ну да я отличу. Давай, да, отличу. Set 0. БАМ!
А он, кстати, в несколько уровней, походу, да, сделал? О, смотри, свитки, свитки выпали! Надо собирать их все. Так, следующий, смотри, тут еще один приват. Так, 8 месяцев. RG Select. Надо на бинт поставить Select. Set 0. Бам! Так, все, очистил. Второй приват готов, удален. А он, кстати, немножко, видишь, криво. Надо вот это тоже тогда чекать. А, это Global. Все, понятно. Я полетел заделывать бедрок. Команда! Приваты я убрал. Так, а я буду, знаешь, короче, сейчас бедрок как заделывать. Я не буду писать set 7. Я буду писать set bedrock. Видишь, как хардкор. Я еще... Да, хардкорно. Зачем писать айдишник, если я могу просто написать bedrock? Так, вот тут как будем заделывать? Все, вот тут тоже говнецо, да, заделаем, которое публичное. Да, просто все... Хорошо. Хоп-хоп. Set 2. Приватом больше. Бам! Видишь, вот травой, когда двоечкой заделываешь, он немножко подлагивать может. Так, эти приваты ты удалил, да, уже? Давай вот этот сразу еще. О, ты прям хочешь весь спам начистить вокруг? Хорошо. А почему нет? Так, чекаем. Петя. 9 месяцев и 6 дней. Это прям рекорд. Все. Знаешь, этот фейерверки запускаем, торты раскидываем. Блин, вот я фейерверки не подготовил. На следующее видео обязательно приготовлю. Сет 0. Бам! Смотри, смотри, сколько говнеца может валяться. Так, а тут есть ниже приват? А снизу глобал. Снизу глобал, все, тут нет ничего. Значит, мы только это за... Петя, это как вирус, да? Вирус украинский такой, Петя. Так, вот до туда ставим. И... О, смотри, тростник, 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 тростник. У-у-у. Но это все равно чистится, это пропадет, а рядом игроков пока нет. Точно нет игроков? Все, нет никого, только есть какой-то рубин. Так. Опа, смотри, какая площадка. Я бы сразу вот зашел сейчас на сервер и заприватил себе. Если вы хотите, чтобы мы снимали такие видео чаще, вы можете даже в комментариях писать, на каком сервере Borealis проекта сделать нам рейд. То есть вы можете написать: «Эй, Барта, Барта, ты давно не ходил, не чистил там вилкой хай-теч там или магик, заходи туда». Да, представляешь, кто-нибудь напишет, давайте сносите, короче, эти острова летающие наши, скайблоки. Нет, острова это пресс. О, смотри, я нашел дом нашел, так, чекаем. 1 месяц, 22 дня. Нет, этот оставляем, давай заценим его, да. Что там внутри. Вот, нормально, парень только начал вот развиваться. Человек ходит через двери, а я как профессионал через крышу, сразу нет. Опа. Как ты через крышу зашел? Ты чё, профессионал, надо как бы смотреть, так... У него есть ресурсы, печка. Нормально. Давай ему, короче, немножко хлебушка положим туда, 9 штучек. Парень, если мне ты смотришь это видео... приватных вещей, я могу... Если ты смотришь это видео... Так, оп, убрали приваты, посмотрели. О, смотри, я вижу столб, лечу к столбу. Чекаем приват. Кстати, вот этот дом красивый, я бы хотел себе такую дачу. Смотри, какой прикольный. Чекаем. 4 месяца. Сносим или оставляем? Сносим. Сносим? Ну ладно, сносим, так сносим. RG Select. Set 0. Бдж. Смотри, там даже какие-то чернильные мешки какие-то были. Рисовательные инструменты. Так, тут у нас Global, тут ставим. И с этим. Так, уровень. Я даже не знаю, какой уровень здесь. Кстати, смотри, у него было не запривачено немного забора. Можно украсть. Ну сейчас или кто-нибудь... Ну, давай вот так, например, сделаем, и нормально будет. Сет 2. Нет, а ты высоко. Да нормально, возьми кисточку и так... Нет, смотри, все вот хорошо стало. О, видишь, какая у нас команда с тобой? Ты вот тут вот еще можешь кисточкой повозюкать, дэч. Петя, где? Петя. Вот он я, рядом. Да, вот тут вот повозюкай кисточкой. Так. Смотрите, как дэч ему умеет. Смотрите, давай. Сейчас он... Оба, смотрите, как блоки руды появляются, оба, приват, осторожно, чужой, там... Я приват не затронул, так. Я затронул... Так, давай посмотрим, а этот приват... 7 месяцев, удаляем, да? Удаляем. RG Select... Ой, я, короче, потом сделаю билды, чтобы удобнее было, и сейчас Set 0, бау! Ни черта себе, у него узкий приват был, узкий такой. Тут узких 3 привата. Вот 7, смотри, еще рядом. Давай это тоже тогда. RG Select, Set 0. И вот этот, да, наверное? Это тоже его.
7 месяцев, да, RBS Select с 0. А представляешь, в одном привате он зашел недавно, а в других не ды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 
почему столько ресурсов пропадает, да? Жалко, жалко прям. Так, вот еще, смотри, это какой-то Доскос, он походу был премиумом, премиум, да, наверное, и заприватил себе несколько приватов. Спаун. Давай спаун выделю и сет 0 напишу. Классно же будет. Не, давай ты не будешь так рисковать, я тебя конечно очень люблю. Сет 0. Короче, Дэчим сейчас будет в шоке, я тут дыр понаделал, ему все это надо убирать, а мне нужно все это сейчас будет. Зато вот этот парень, который зайдет, а у него вокруг соседи все уехали куда-то. Значит, были соседи? Нет соседей. Так, сейчас мы будем... О, я вижу кучу ресурсов! Смотри, 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 смотри! Тут кто-то хотел на него залезть. Так, ладно, давай разберемся с этими сначала приватами. Я буду делать уровень спауна, наверное. Это... Ой-ой-ой, у меня фриз был. Там, наверное, у него в регионе что-то работает жесткое. Прям такой... Ха! Сет 2. О, нормально. Так, и бедроком пойду заделаю. Так, я проверю сейчас видео, вдруг я остановил случайно опять. Оп, нет, все записывается. Мы на связи. Бореалис, патруль. Так. Вот это, оп. Сет бедрок. Напомни мне потом убрать эту команду, которая у меня стоит, остановить видео. На цифру 7. Да я могу тебе напомнить, почему ты ее поставил. Наверное, кто-то что-то хотел записывать и останавливать. У Барта, короче, есть второй канал. На втором канале он хотел записывать Overwatch. Вот оно что. Лучшие моменты матча. Я уже могу выложить, у меня все лучшие моменты матча. Там у него, ребята, в каждой игре у Барта лучший момент матча. Вот, ну, не в каждой, 80%. 80% ты в лучших моментах матча. Оп, видите, как я заделал. Так, все дыры заделаны, Дэч. Так, нормально. У нас уже наступает ночь, мы ставим день, летим дальше. Вон там классный приват был, пойдем, покажу тебе. Его еще кто-то хотел, походу, загриферить. Смотри, вот этот столб очень показывает на то, что он хотел загриферить его. Я тебя сейчас заберу, забрал. Так, забрал, хорошо, вижу. Че тут у нас? Так, подожди, оп, оп. 9 месяцев, 7-7-9. 7-7-9. А этот? А, это и есть один приват. Нет, это тоже. Все, эти два, короче, тогда сносим, правильно? Так, давай. RG Select. Set 0. Пау! Минус приват. RG Select. Set 0. Пама! Пау! Очень тяжелый был. А вот почему тут внутри еще один приват? Наверное, он... Он что-то тут делал. Несколько приватов, что ли, да? А в этом? Ну, то же самое. RG Select, Set 0. Выращивал какие-то стеблевые отростки. Так, у нас автоперезапуск. Мы должны успеть до этого времени очистить все. Так, вот эту штуку можно было, короче, супер киркой сломать, но мы с Дэчима настоящие хардкорщики. Поэтому сносим все ручками. Почему тут пересечение приватов такое? Я не понимаю. Ладно. Это кто-то создал еще один приват внутри привата. Я создам приват внутри привата, чтобы было... О, смотри, сколько ресурсов! Я, наверное, это на заставку, короче, отправлю. Тут еще пингвин. Все, я сфотографировал его. А, чумей, Дэч. Да-да-да, давай. Где ты? О, Дэч ему пылесос. Смотри. Хорошо быть админом, да? Бесконечные сумки. Пингвин такой милый, сейчас его засыпет. Короче, ставьте лайки, если вам тоже нравятся пингвины. Мы сейчас будем его засыпать землей. Сет 2. Оп, и Дэчима вместе с ним. Ты убил пингвина! Смотри, я еще тут нашел какие-то посохи, броню. Нормально. Тут вот еще приват внутри привата. Сейчас его тоже надо удалить, я его заметил. Приват внутри привата, да, так было. Так, а тут у нас что, 7-9 месяцев? Да, наверное, просто этот сервер старый. На самом деле, легче просто вайпнуть сервер, Дэч. Что ты думаешь об этом? Тут просто сервер, который уже 9 месяцев отслужил. Это долго или нет? Давай, пусть люди пишут в комментариях. Давай вот, если люди будут писать хэштег, там, пора вайпать, тогда мы его вайпим. Хэштег, пора вайпать, да? Давай напишем, как, чтобы писать хэштег. Не, Бореалис вайп. Бореалис вайп.
Все, вот такой вот хэштег пишите, и мы с Дэчем отправимся на вайпы серверов, которые уже работают больше, я не знаю, 9 месяцев, наверное, да. Всех. Пойдем вот этот вот приват снесем. Смотри, какой красивый. Смотри, сколько цветов разных. 6 месяцев, 7 месяцев. Да. Смотри, у него еще дом есть. Я за. Не, ну парни, как бы вы сами понимаете, если бы игрок играл, то он бы заходил хотя бы раз в месяц. Ну, может быть, в 2 месяца. Ну, но там, знаешь, да подожди, да даже если ты, извини меня, уехал, не знаю, на лето к бабушке в деревню, ты все равно через 3 месяца вернешься домой. А тут 6 месяцев, это полгода. Парень, если ты смотришь это видео... Это короче, когда тебя забрали в армию. Знаешь, а представляешь, какой-нибудь сервер у нас не вайпался 12 месяцев, парень ушел в армию, возвращается, а у него там, не знаю, дома, не знаю, штамповалось, например, железо через материю, автоматизировано. Приезжает, а у него там 2 миллиарда там железа, например, или больше. Ну, это же весело. Так, давай, короче, вот этот приват сносим и... Так, RG... Сейчас, подожди. RG Select. Ой, хоть бы меня не крашнуло. Короче, я... Надеюсь, что меня не крашнет. Сет 0. Бам-ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам. И меня крашнуло. Белый экран. Пиу! Я улетел. Сейчас вернусь, посмотрим, что там. Так, пауза. Так, вернулся я. И слышу сам себя, ну ничего. Что-то меня крашнуло. Наверное, тут слишком много ресурсов, что ли, было. Или я не знаю даже, что. А, ну понятно, у них там под домом, ты видел, что вообще, Дэч? Ты сейчас зайдешь, офигеешь. Я не видел, потому что у меня тоже, у них тут, вместе с тобой. У них тут просто подземные туннели, подземные базы. Тут просто столько блоков, ты не представляешь. Ну, я уверен, что эти люди уже забросили играть. А зато, нет, знаешь, вот заходишь такой, а у тебя рядом пустая территория. И ты такой, спасибо администрации за то, что она прибирается хоть иногда на сервере. Так, ставим Не, ну некоторые сервера просто вайпаются чаще, например, раз в 4 месяца. Есть такие, в 3 даже, да, такие. Там, а, наступила школа, пора вайпать. Сет 2. Ты понимаешь, что у нас один сервер ценой в 3 сейчас. Да-да-да. Ой, тут големчик. Привет, парень, ты без дома остался, мне тебя жаль. Я не знаю, что, привет. Как тебе жить. Как? Ничего, мир глаз. Сейчас я его убью. Убью. Все, я убил, из него выпал опыт, спасибо. Спасибо голему за это. Так, у меня тут даже немного подфризивает, зато дома больше нету, парня этого. Сейчас Дэчима зайдет, удалит этот регион. Я, наверное, вот этот еще сейчас чекну. А, мы его чекали, да? Это этот же парень РГ. Ой, как там? Вот, все, нашел. Так, 667. Ну тогда РГ Select пошел, да? РГ Select. Выделил. Я отличу. В этот раз я уже буду умнее немного. Я немного отличу. Сет 0. Бдыщ! Можно теперь подлетать, наверное. Все? Все, исчезайте. У меня сейчас загрузка. Так, да чем пока там грузится, я уже подчищаю говнецо. Да, как я и говорил, смотри, тут просто жесть. Там я больше дыр не видел. У них все выкопано просто. Просто все выкопано. Просто все выкопано. Так, ставим тут блок. И ставим сюда блок. Так, о, грибная фермочка маленькая, там я спалил ее. Вот так, хоп. Ой, подожди. Это нужна первая точка. Сейчас вторую точку. Ту-ду-ду-ду-ту-ту. Опа. Вот так, вторая точка. Сет 2. Топ. Оп. Видишь, как хорошо. Смотри, какая огромная площадь тут получилась. Ой, там что-то разлилось случайно. Меня почти загрузил. Я почти... Я что-то сломал, походу, и тут льется. Это как обычно. Чтобы ничего не сломать, я так не... Парни, что-то вылилось, непонятно откуда все. Отлично. Так, я думаю, на этом будем заканчивать первую серию нашего Бореалис Патруля, Приват Патруля. Если вам понравился такой формат, мы будем чаще его снимать, будем ломать разные дома, оценивать дома, возможно, вот этот вот красивый дом я бы даже не стал ломать. Даже если человек... О, смотри, тут есть Бартоломео, Дэчима что-то говорит.
Дайте улыбка. Мне что-то говорить. А, там улыбка. Сейчас мы узнаем. Дэч, ты когда зайдешь, скажешь. Ну, сейчас у меня уже почти загрузились текстуры. Привет, ты зашел на территорию. Я больше никогда не буду подлетать. Очумить. Просто очумить. Смотри, какой красивый дом. У них стеклянный пол, несколько этажей туда вниз. А сколько они не заходили? Нет, я даже не буду проверять, честно не буду. Потом, в следующей серии, может быть, когда мы будем это сносить. А очуметь, у них такой классный дом. Я такой не смогу построить. Нужно проверить. Нет. О, тут есть стол. Стул. Оп, все. Входите. Подходите, рассказывайте ваши проблемы. Я буду вам помогать, если у вас какие-то есть. Так, ладно. Оп, бегу дальше. Оп. Люди знали, что у Барта есть второй канал и Инстаграм? У меня есть второй канал и Инстаграм, да. Ссылочки в описании. О, так, я зашел. Сейчас мне даже тут подлагивает. Давай я тебя сейчас украду сюда, а ты оценишь. А я потом как вернусь на это место? А там рядом. Смотри. Смотри вниз сразу. Класс, да? Длинное стекло. Нет, смотри, как классно вниз, сколько этажей видно. А, вообще, да, клево. Очень клево. Кайф, вообще у них дом огромный, тут всякие разные шмоточки валяются. Вот, смотри, у тебя есть улыбка? А ну подожди, так, я тебя сейчас заберу. Стой на месте, не двигайся. Я тебя могу обрадовать. Да где ты? Я могу тебя обрадовать. Давай. Я рядом с тобой. Да, я посмотрю на твою улыбку. Этот приват не будет удаляться, я тебя обрадую. А, спасибо, почему? Я просто на... А, ни черта себе, тут общага огромная. Там 2 месяца, 5, 6 месяцев. Вот парень, вот тот парень, который Вованчик или как его там, он спас этот приват. Все, спасибо за просмотр этого видео. У нас перезапуск начинается, мы заканчиваем видео. Всем пока-пока. Всем пока-пока.